Ваншот. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня с этой замечательной композицией в исполнении Итыгыла мы открываем международный форум бурят-монгольской письменности и устного народного творчества Мактал. Форум посвящен Международному году языков коренных народов и проводится с целью привлечения внимания к проблемам сохранения и популяризации устного и письменного наследия бурятского народа. Иркутск впервые принимает у себя подобное мероприятие. В форуме принимают участие представители Монголии. Давайте поприветствуем наших гостей. Представители Республики Бурятия и районы Иркутской области. Форум пройдет в 2 дня. Сегодня с 2 часов проходили мастер-классы по каллиграфии. Поаплодируйте, пожалуйста, тех, кто уже успел поучаствовать. Отлично. Завтра у нас мастер-классы по каллиграфии продолжатся в то же время, с 2 часов в той же аудитории 201. Одновременно в конференц-зале на 7-м этаже начнется конференция по проблемам развития бурятской культуры в Прибайкалье. На ней выступит около 10 докладчиков. В 4 часа будет проведена экскурсия по этой замечательной выставке. Так что приглашайте завтра своих друзей и знакомых. Итак, сейчас я хотел бы пригласить на сцену организаторов мероприятия, которые вам расскажут предысторию данного форума. Для чего он проводится и каковы же его перспективы. Итак, друзья, встречаем. Шоткинов Сергей Александрович, председатель Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры». Я очень рад всех сегодня видеть в этом замечательном зале. Ну, Сергей сказал уже, что для чего мы это проводим. Я просто хотел бы поблагодарить нашу команду, всех наших девушек и Афанасия, всех, кто принимал непосредственное участие в организации этой выставки. Также я хотел бы поблагодарить своего дядю Рубагаева Александра Сергеевича за то, что он познакомил меня с замечательной женщиной, с Даримой Жаргаловной Дамбаевой. Именно с нее у нас как бы пошел такой толчок к развитию каллиграфии, а затем уже и изучению старомонгольской письменности. И благодаря ей такое движение зародилось в Иркутской области, которое теперь, мне кажется, уже не остановить. Мы сами проехали по 4 районам Иркутской области, даже по 5. И дальше после форума продолжим с тем же успехом, я думаю, по Иркутской области, знакомить ее с нашей исконной бурят-монгольской письменностью. Сейчас встречаем на сцене Дамбаева Дарима Жаргаловна, руководитель Центра каллиграфии Тенгерин Бышек, Республика Бурятия, город Улан-Удэ. Добрый день, Иркутская земля! Я всегда с волнением выступаю на Иркутской земле, потому что это все-таки то место, где зарождался наш этнос. Если вы знаете легенды об Аламбуа, кто знает легенды об Аламбуа, то понимаете, что мы находимся на прародине наших предков. И очень приятно и волнительно именно на нашей земле представлять наши вертикальную, нашу любимую вертикальную монгольскую вязь. Я вообще люблю каллиграфию. Каллиграфия — это искусство, высокое искусство, почитаемое у многих народов. А именно монгольская каллиграфия, монгольское письмо отличается тем, что в свое время Чингисхан выбрал это письмо для своего народа, для создания государства. И тем самым он, обращенное единственное в небо письмо, оно перешло к нам от уйгуров. Уйгуры сейчас не используют это письмо, а монголы
взяв это письмо, как тибетский буддизм, да, в свое время тибетцы переняли буддизм у индусов, они и развивают его по всему миру. Также и монгольское письмо мы, переняв у уйгуров, развиваем и перевели на уровень каллиграфии. Для меня было очень интересно в Монголии, недавно я была в Монголии, и узнать, что, оказывается, уже кистью писали, каллиграфии писали уже 300 лет назад. И я встретила такие первоисточники, которые говорили об этом, читала эту литературу одна книга написана на манчжурском, а перевод там на монгольском. И, в общем, это такой кладезь знаний, это такой мир удивительный, который мне посчастливилось открыть благодаря Гамбатер Бакша, это учредитель центра Бичиксоюг. И я поздравляю Иркутск, поздравляю всех вас с этим Набулятар Хилхиде Сойлэ Худугом, движение кисти, звук Малинхура. Пускай наполняет ваши сердца, а кисть это тот инструмент, который должен попробовать каждый. Это не попробовав, не передашь, это каждый раз вдохновляет на новые и новые успехи. Я говорю, каллиграфия – это искусство победителя над собой. И я очень рада, что наше начинание так достойно, так по-скоростному переняла Иркутская земля, и мы рады представить и видеть ваши работы. Я восхищаюсь вами, Иркутск. Я люблю вас. Спасибо. Спасибо. Также я хочу представить нашего главного редактора нашего журнала «Ошарзам» Асю Палмова-Деневу. И в нашем лице нам передали, хотим вручить памятные подарки, призы, личные печати, вырезанные из монголами, из внутренней Монголии, для Центра бурятской культуры и Центра каллиграфии Харасвай. Так, печать вручается, личная печать для Центра бурятской культуры Сергею Шоткинову, и также личная печать, есть искусство печати у нас в каллиграфии, да, это отдельное направление в каллиграфии, вот это на камне высечено его имя, Сергей Бычевов уже, и Ндэхою, а так, Центр бурятской культуры. Это знак качества, значит, ответственно, имеющий печать, в свое время нес ответственность, личную ответственность смотрите, за то, что он сделал. Поэтому то, что организация, это одно, а личная печать, это очень сильно. Также приглашаю Оксану Журбанову, энтузиаста, вдохновителя Иркутской земли, нашу красавицу, и вручаю именную печать для Харасле. Смотрите, на каком красивом камне высечена печать. Это останется в истории Иркутской земли. Наше письмо, у нас у бурят еще не было каллиграфии, именно как искусство. Мы писали пером, но а сейчас новый уровень каллиграфии – это новый виток в истории нашего этноса. К сожалению, у фотографов-дилетантов, околачивающихся сегодня возле фоторепортажей, купивших дорогие фотокамеры, напрочь отсутствует профессиональная этика. Они постоянно крутятся на сцене, демонстрируют свои затылки и зады зрителям, вылазят на первое место, там чуть ли не вперед выступающих. Всегда это так раздражает, черт побери.
Ну вот извините, теперь любуйтесь на нос и лысину, и спину этой старушки, которая хамски села буквально передо мной и начала, ну, в общем-то, проигнорировала то, что я снимаю, то, что у меня фотокамера стоит. Все эти фотографы плевали, в общем-то, на зрителей. Они считают себя главными участниками этого события почему-то. Это постоянная проблема, я об этом уже не раз писал. Эта печать высечена квадратным письмом, монгольское письмо имеет несколько направлений. Так, Марина, у вас было? Нет? Так, значит, даже? Так, ага, даже, да. Сергей Шахунаев, где? Сергей Шахунаев, прошу, пожалуйста. Друзья, давайте встретим аплодисменты. У Иркутска появились свои каллиграфы. Так, и с именными печатями. Также самая молодая Дарья. Представляете, сколько Дарья тебе лет? 15 лет и своя именная печать. Также печать вручается Афанасию. И спасибо, что находите время для саморазвития. Также вручается личная печать удивительному дизайнеру, каллиграфу и человеку, который умеет брать ответственность на себя и делать решительные шаги. Сайолма, сайоласа. Поздравляю. Также вручается печать личная нашей удивительной Ирине Шоткиной. Представляете, своя личная печать. Также я хочу вручить приз, благодарственные стихотворения, сборник стихотворения Куржин Курулбатор Любовь Барасовне за ее смелость, за то, что она переводит бурятские тексты напрямую с монгольского. И, возможно, еще некоторые тексты не знали таких переводов, как Любовь Барасовна является одним из самых уникальных переводчиков. И мне очень нравится этот перевод, я рекомендую вам. И точный фитнес. Фитнес для ума. Как вы мне здесь все испортили, всю съемку. Ну, зато ваш затылок будет теперь выглядеть. Смотреть не надо. Я смотрела. Время со мной ничего не представляло. Тише, там трансляция идет прямая. Также я хочу пригласить нашу уважаемую Раису Бадмаеву Церинджапову, которая участвует во всех наших мероприятиях. Она не знала, ну, не так хорошо владела бурятским языком. И вообще хочу сказать, те, кто жалуется, что не знает родного языка, это на самом деле только у вас в головах. Если вы хотите изучать свой язык, берите пример с таких людей, как Раиса Церинджаповна. Она не особо владела родным языком, жила на северах, приехала в Бурятию и решительно взялась за монгольское письмо, и сейчас участвует во всех выставках и пишет прекрасно каллиграфии.
Раисе Тимжановне Батмаеву. Спасибо за вдохновение. Спасибо, Иркутская земля, за смелость, за умение перенимать эстафету. Спасибо большое. Спасибо, Елена Жигаловна. Заместителем мэра, председателем комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые земляки, уважаемые гости. Я искренне рад приветствовать всех собравшихся на этот замечательный форум. От имени мэра нашего города Дмитрия Викторовича Бердникова. Он сейчас как раз выступает на сессии законодательного собрания с законодательной инициативой, поэтому по его поручению я сегодня хочу поприветствовать вас. Вы знаете, если говорить о любом языке, о любой письменности, каллиграфии, это действительно уникальная часть культуры каждого народа. Есть совершенно замечательная нами с вами всеми любимая, знакомая, привычная, так сказать, кириллица. Есть латиница, которую многие знают и пишут, и говорят. Значит, есть менее распространенная и менее понятная для нас там арабская вязь или, допустим, китайские или японские иероглифы. Но совершенно уникальным сочетанием, с одной стороны, очень древней культуры и очень, ну, как бы сказать, незнакомой для нас культуры, а с другой стороны, поскольку вот уже многие-многие сотни лет русские, бурятские народы живут в мире и согласии, и я буквально сегодня это же могу отнести и к Монгольской Народной Республике, к Республике Монголия, Монголии, поскольку выступал сегодня с утра на открытии международной конференции, посвященной победе, 80-летию победы на Халхин-Голе, и тоже говорил об этом, о том, что Иркутск и Улан-Батор, например, связывают давние дружеские отношения, побратимские отношения. Поэтому, с одной стороны, очень близкий и известный нам народ или известные народы, да, а с другой стороны, совершенно потрясающая письменность, которая, конечно, мне непонятна, я честно скажу, честно признаюсь, мне непонятно, я вот специально задавал вопрос, это все-таки, сказать, буквенное письмо или нет, почему, как сложилось так. А с другой стороны, это то, что интересно рассматривать, это то, что действительно является частью искусства, национального искусства. Поэтому, конечно, этот форум, который собрался в Иркутске впервые, он, наверное, поможет тем, кто хорошо знает язык и письменность, еще больше усовершенствоваться, а тем, кто не знает, вот, прикоснуться к этому и познакомиться с этим удивительным, повторюсь, искусством, древним искусством, так сказать, древнего и уважаемого народа. Поэтому я хочу от себя лично и по поручению мэра поздравить всех собравшихся с открытием первого международного форума бурят-монгольской письменности и вручить вот такой приветственный адрес Сергею Александровичу Шоткинову с пожеланиями того, что действительно форум даст возможность по-другому, по-иному, еще глубже взглянуть на, так сказать, историю, культуру и искусство удивительного народа, населяющего и нашу землю, и, так сказать, кровно, так сказать, исторически связанного, так сказать, с огромным пространством Байкальской Сибири, азиатской, так сказать, части планеты. Поэтому искренне вручаю вот этот приветственный адрес. Надеюсь, что этот форум первый, но он даст направление развития будущего. Спасибо огромное. И хочу попросить своего коллегу, исполняющего обязанности начальника управления культурой Чернышова Антона Сергеевича, поассистировать мне, поскольку у нас есть еще приятная миссия, выполнить по поручению мэра, вручить такие благодарственные письма благодарности мэра, это городская награда, за высокий вклад в сохранение культуры и традиций бурятского народа, бурят-монгольской письменности, каллиграфии на территории города Иркутска. И в связи с проведением международного форума бурят-монгольской письменности устного народного творчества МАКТАЛ
городе Иркутске. Благодарностью мэра награждается или вручается благодарность мэра руководителю центра каллиграфии Тенгриин Бешек, да, Дамбаевой Дариме Жаргаловой. Это для вас. Да, конечно, мы просим вас остаться, потому что мы пригласим к вам ваших коллег, друзей и соратников. Такой же благодарностью мэра за высокий вклад в сохранение культуры и традиций вручается Оксане Владимировне Жербановой. Благодарность мэра вручается преподавателю бурят-монгольской письменности Иркутской областной общественной организации Центр бурятской культуры Загдаевой Любови Барасовне. Не надо мне. И благодарность мэра вручается преподавателю каллиграфии студии каллиграфии Харасгай Иркутской областной общественной организации Центра бурятской культуры, студентки Иркутского государственного медицинского университета Аюн Сурен Ганбат. Мы искренне поздравляем вас с высокими наградами. Считаем, что это хорошее начало для первого форума, ну а дальше будут и другие события, другие форумы, еще более высокие награды, а главное, что награжденных и причастных к этому удивительному творчеству, искусству будет все больше. Спасибо, я всех поздравляю с замечательным событием в нашем городе состоявшимся. Спасибо большое.